спортивно-оздоровительном лагере «Буревестники» Лабужского института КФУ продолжаются университетские смены. 4 июля рано утром 95 детей из Луганской Народной Республики прибыли в Татарстан. В рамках этой прекрасной смены у нас запланированы образовательные занятия. В лагерь приезжают преподаватели вуза с разных кафедр. Это и филологи, и биологи, и психологи, педагоги, которые проводят в интересной интерактивной форме свои занятия. На следующий день лагерь посетила Екатерина Турилова, проректор по образовательной деятельности Казанского федерального университета. Екатерина Александровна поприветствовала гостей и пожелала активного и хорошего отдыха. Ребята уже побывали на занятиях преподавателей кафедры русского языка и литературы, математики и прикладной информатики и педагогики. Каждый вечер они принимают участие в культурно-творческих мероприятиях. В первый день, когда я приехала, было немножко сложно, потому что мы очень долго ехали. Первый день прошел очень эмоционально. Я в первый же день познакомилась с многими людьми. Кормят здесь очень вкусно, прям удивилась. Занятия интересные. Если бы не все занятия, которые проводили, то, наверное, было бы немножко скучно. А так и развиваюсь, и интересно. Дорога в лагерь была сложная, двое суток, но эта дорога того стоила. Мы вот заселились, поначалу было тяжело, но позже вот мы выспались, освоились, и очень круто. Тут очень крутые квесты, очень крутая столовая, очень хорошие корпуса, приятные и вожатые. Я за этот короткий период нашел уже себе много друзей и думаю, что в дальнейшем будет больше и лучше. Смена продлится до 15 июля. Ребята ожидают активные и интересные дни, выезды в Елабугу, знакомства с городом. Оксана Чеканова, Денис Сипайлов, пресс-служба Елабужского института КФУ.